В регионе прошел ряд кадровых изменений. Сегодня Сагындык Аяганов назначен начальником департамента полиции Мангистауской области. Заместитель министра внутренних дел Айдар Саидбеков представил коллективу управления полиции нового руководителя. Сагындык Аяганов работает в органах внутренних дел с 1997 года. Полковник полиции ранее занимал различные руководящие должности. До нового назначения он работал заместителем руководителя управления полиции Павлодарской области. Также Айдос Майлыбаев назначен прокурором области. Айдос Майлыбаев начал свою трудовую деятельность в 2001 году помощником прокурора города Тарас Жамбылской области. В разные годы он занимал должности прокурора Жамбылской области, Панфиловского района Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области. До назначения на новую должность он работал прокурором Акмолинской области более 4 лет. За вклад в укрепление правопорядка Майлыбаев награжден медалью за боевую отвагу и орденом Айбын второй степени.